Всем здравствуйте, меня зовут Елена, канал «Счастливая улитка». Сегодня отремонтирую старую книгу «Популярная медицинская энциклопедия». Она осталась мне от тети. Книга 1963 года выпуска. Корешка у нее нет. Обложка отрывается. Первая страница исписана. Я не буду показывать надписи. Часть страниц порвана. Есть грязные листы. Но это я все покажу. Это не мастер-класс и не урок. Я показываю, что было, что сделала и что получилось. Все видео с ремонтом и реставрацией книг я собрала в одном плейлисте. Видео там со словами, без слов. Состояние у книг разные. Ремонтирую их по-разному. Ссылка на плейлист в описании видео. Сейчас покажу вам состояние книги. Сами тетради, из которых состоит книга, перешивать в этот раз, в отличие от предыдущего, не нужно. Очень много разорванных листов, много грязных листов, есть оторванные части. Соответственно, нужно переделывать обложку, делать корешок. Обложку с внутренней стороны отмачиваю мокрой тканью. Снимаю остатки и кусочки бумаги. Так сильно разорванные листы буду склеивать. Сам блок книги перешивать не нужно, она достаточно крепкая. Клею ткань, чтобы приклеивать потом к обложке. Обложке доклеила угол, чтобы он опять стал острым. Буду заклеивать коричневым края. Края приклеены. Буду делать корешок книги. Приклеила картон. Теперь приклею обложку. И заклеиваю коричневым сверху и снизу. Приклеила. Лист сверху заклеила бумагой. С надписью на первом листе сделать ничего не смогла. Бумага очень старая. Боюсь, останутся дырки. Книгу буду вклеивать в обложку. Заклеила листы.
доделала угол, которого не хватало у листа. Надорванные листы склеила. Вот сейчас показываю вам. Надрывов было много. Лист, который был почти полностью разорван, склеила прозрачной коричневой бумагой. Текст читается, бумага просвечивается и очень хорошо держит. Так выглядит другая сторона склеенного листа. Все подклеила. Последний лист очень мятый. Сделать я с ним ничего не могу. Бумага не в очень хорошем состоянии. Старая она. Вот этот лист пока оставила. Тут не хватает половины листа. Я хочу найти текст, распечатать и вклеить, как он должен здесь идти. Но найти текст у меня пока не получилось. Поэтому листик пока оставлю таким. Пока снимала, нашла, что забыла склеить. Тут не увидела. Пара еще надрывов на листе бумаги. Склеиваю кончики, буду обрезать. В прошлый раз я показывала, каким клеем клеила книгу. Страницы склеиваю обычным клеем-карандашом. Вот что получилось. Приклеиваю книгу. Приклеила. Теперь ткань. Буду приклеивать и сначала, и в конце книги листы. Это обои, остатки от ремонта. Стоимость этой книги была 8 рублей 50 копеек. Книга готова. Мне нравится то, что получилось. Найти бы еще текст для той оторванной страницы, и все бы было очень хорошо. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.